Флоренция сразу несколькими игроками Милана. Но на самом деле это... И сам Пашальч рассматривает этот переход как шаг вперед. Посмотрим, что из этого выйдет, потому как, опять же, Каррера на связи с Конте. А Пашальч не скрывает, что он хочет однажды получить возможность играть в чемпионате. Но сейчас не об этом английском. Далер Кузяев под овации публики, которая поднимается со своих кресел, уходит. Вот вся его статистика сегодняшнего вечера. Один гол, один пас. Самые важные цифры Далера Кузяева 6 августа. Середа вместо него, и обратите внимание, уходит на ту же позицию, где играл Кузяев. То есть номинальный защитник Терентьев уходит играть с флангового полузащитника. Высоко вперед. Паредес. Вновь его стандарт. Мяч путается в игроках Спартака, но падает на ногу Кокорину. Кокорин. Ох, как легко пробросил Фернандо. Мягкая подача в штрафную. Пас Дриуси. Это мог быть пятый. Роскошное техническое действие Александра Кокорина. Многие говорили про Дзюбу, и может быть он появится, не пойму, а какой в такой игре Дзюба? Зачем он нужен? У «Зенита» получается практически все. Еще одна подача! Не покинул пределы поля, небольшой рикошет от Сальватора Пакетти.